Продолжаем дарить подарки детям. Сегодня в Чебоксарах в детском отделении Республиканского противотуберкулезного диспансера открылась спортивная площадка. Ее построили гидроэнергетики. На этой площадке можно играть в волейбол и в другие спортивные игры. Для детей, которые проходят лечение в противотуберкулезном диспансере, такая поддержка для организма просто необходима. Ребята здесь лечатся долго. 2 месяца уходят только на диагностику и полгода на лечение серьезного заболевания. Все это время дети находятся в диспансере под присмотром врачей и медицинского персонала. Они здесь не просто лечатся, они здесь живут. В режиме дня школьные занятия, творческая мастерская, обед, ужин. Все как дома. Детки у нас лежат очень долго на лечении, на диагностике чуть поменьше, но дети всегда остаются детьми. Они хотят прыгать, скакать, играть, резвиться. И поэтому им нужны подвижные игры, нужны детские площадки. В комплексе лечения наших детей предусмотрены прогулки, подвижные игры. И вот эта детская площадка как раз способствует таким подвижным играм, как волейбол. Может быть, поставим сетку, баскетбол будет. То есть они будут в кольцо бросать. И это, в общем, способствует хорошему настроению. А хорошее настроение – залог быстрого выздоровления наших детишек. Эта спортивная площадка стала дополнением к уже имеющимся здесь горкам и качелям. Мы дружим с Республиканским противотуберкулезным диспансером, точнее с детским его отделением, уже 4-й год. И ежегодно мы стараемся оказать какую-то помощь маленьким пациентам, которым по их роду заболевания требуется ежедневно не менее 2 прогулок на свежем воздухе. Это тоже лечение. И поэтому начали мы с небольшой площадки для ребят помладше, а потом решили, что все-таки, наверное, не стоит ограничивать в серьезных занятиях спортом тех, кто в силу каких-то вот причин временно оказался здесь в стенах вот этого лечебного учреждения. И поэтому решили сделать им настоящую площадку, на которой можно играть в волейбол, может быть, даже в баскетбол потом в дальнейшем. И приехали мы не с пустыми руками, мы ежегодно собираем специально к этим праздникам благотворительные средства сотрудников. То есть мы в дополнение к благотворительным средствам компании добавляем еще личную акцию. Мячи, скакалки, бадминтон. Взрослые привезли спортивный инвентарь для любого возраста. В актовом зале состоялся импровизированный концерт.